А сейчас идем завтракать. Вот нам сейчас принесли омлет с беконом. Мне кофе латте, моей супруге кофе капучино с корицей, зеленый чай. И еще принесут сырники. Пробую. Ну что хочу сказать. Этому повару можно поставить твердую пятерку. Про мишленовские звезды не знаю, но твердую русскую пятерку я ему ставлю, как профессор. Как русский профессор. Вот так. Принесли второе блюдо. Сырнички с вишневым вареньем и со сметанкой. Все, попробуем. На что способен этот студент? По первому вопросу ему 5 баллов поставим, проверим второй. Ну что, студент подготовился неплохо. В сырнички вложил нарезанные яблочки зелененькие, такие подхрустывают, очень вкусно. Вишневое варенье вот такое и густая сметанка, отлично. Ставлю 5 баллов, опять-таки с плюсом. И сообщу в Мишлен, что тут есть хороший повар, надо приехать его проверить. А вы знаете, что в этом году Мишлен наконец-то приходит в Россию звезды присваивать нашим ресторанам и поварам. И третье блюдо. Кофе латте. Хороший кофеек. В точку. Не прогорклый. Отличный, пахучий. И вы видите, что творит этот студент. Он чувствует, что я будущий эксперт Мишлен. Он меня задобрить решил. Он положил сюда такое безе. Попробуем сейчас. Свежее. Кто, знаете, принесут бывалыча, а его укусить невозможно. Уже лежало, принесли тебе. Заготовили, загодя. Нет, тут все сделано грамотно, свежее. Во. В общем, общая оценка повару 5 с плюсом. Подводя итоги этому ресторану и этому повару, говорю, великолепно. Вот так. Ну, чтобы окончательно сложить мнение о ресторане, нужно зайти, конечно же, в санузел, посмотреть, как тут руки мыть, удобно или нет. Ну, смотрю, красота, плитка хорошая такая. И видите, здесь такой прекрасный умывальничек с двумя вентилями, горячей и холодной водичкой, которую можно замешать. И прекрасная вода, по тебе по вкусу. Вы скажете, а зачем ты это расскажешь, а везде такое? Не, ребята, однажды я проехал в Великобританию, но не в саму Англию, не в Шотландию, а проехал в Ирландию. Прилетел туда, в Дублин. И захожу ночью, ночью прилетели в гостиницу, захожу, ну руки помыть. А у них там не один кран с двумя вентилечками, а два крана. Я открываю, бежит горячая вода. Открываю здесь, холодная. Да ё-моё, как же замешать-то? Не могу понять, как замешать. А потом до меня дошло. Они же там экономят воду. Это мы, русские, такие щедрые. У нас же основной запас воды в мире. Там в Бразилии там вот Амазонка течет. И у нас Енисей, Лена, Волга, Днепр. Все у нас тут. Иртыш, Байкал. Мы расточительные ребята. А там два крана. И они что делают? Они берут, затыкают вот эту штуковину. И наполняют. И вот это там, в этой жиже они моются. И зубы чистят. Бред какой-то. Я просто был в шоке, честно говорю. Казалось бы, разве это страна? Ирландия, тем более, это богатые ребята там в Ирландии. Несмотря на то, что там они воюют постоянно с британцами, но они богатые. Если посмотреть по ВВП мировому, они там на высоких позициях и по уровню жизни. Так что вот такой вот туалетик. И такая вот британская традиция с раздельными кранами и затычкой. А у нас кто-то так вот, по-взрослому, по-настоящему. Скоро все сюда будут ехать. Они критикуют нас. А здесь Россия, традиционные ценности. Представление консервативное о семье традиционное, великолепное. О вере, о всем. Поэтому мы возродим и восстановим, и укрепим вот традиционные человеческие, общие человеческие ценности. Вот так. Вот такой итог я подвожу вот этому вот ресторану и туалету. Про традиционные общечеловеческие ценности. Ну все, уважаемые любители рок-музыки. Пора ехать на главное рок-мероприятие. Погнали, а то опоздаем. Он побежит без нас. Вы чего? Погнали. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории в
вам без цензуры. Расскажет рокер Волощук.